Научная библиотека Северной Осетии оцифровала произведения осетинских писателей. На современные носители запечатлено творческое наследие известных писателей республики. Читателям представлены произведения, статьи, переписка, рассказы Костахи Тагурова, Георгия Малиева, Блажка Гурджибекова, Хашбек Алоева, Мухарбека Кочесова, Розы Кочесовой. Кроме того, библиотека реализует мультимедийный проект «Литературная карта Осетии». Читателям представлена прошлая и современная литературная жизнь Северной на Южной Осетии в виде территориальной карты. Путеводитель состоит из нескольких разделов, которые включают в себя информацию о путешествии русских и зарубежных писателей по Осетии, псевдонимах осетинских авторов, литературных премиях, объединениях и журналах, издательствах и литературных событиях. Кроме того, пользователи могут познакомиться с литературными памятниками и памятными местами, с улицами, названными именами писателей, с музеями и библиотеками.